Ищите новые способы ознакомления клиентов с вашими товарами и услугами? Воспользуйтесь функцией каталога в приложении WhatsApp Business. Укажите все, что нужно знать вашим клиентам – цены, фото и описание ваших товаров. Чтобы начать работу, следуйте этим простым шагам. Откройте приложение WhatsApp Business. Перейдите в настройки, бизнес-настройки, выберите каталог. Если вы не видите пункта «Каталог» в бизнес-настройках, обновите приложение, добавьте товар или услугу. Нажмите знак «Плюс», чтобы добавить изображение товаров, с которыми вы хотите ознакомить клиентов. Введите название и короткое описание для каждой позиции. Вы также можете добавить ссылки на товар и коды SKU, чтобы отслеживать позиции в каталоге. Нажмите «Сохранить». Ваш каталог готов. Также вы можете сообщить клиентам о товарах и услугах, которые вы предлагаете. Поделитесь информацией о своих товарах напрямую из каталога. Для просмотра других обучающих видео о функциях WhatsApp Business подпишитесь на канал WhatsApp в YouTube.